Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как полностью отключить обновление Windows. Нажимаем две клавиши Win плюс R. Появилось вот такое окошко. Здесь прописан уже pyedit.msc. Нажимаем ОК. Мы попали на страницу редактор локальной групповой политики. Давайте расширим лучше. Раскрываем окошко административные шаблоны. Потом еще раз раскрываем окошко компоненты Windows. Здесь опускаемся ниже до вкладки «Центр обновления Windows». По ней кликаем два раза мышкой левой клавишей. И справа ищем «Запретить доступ для использования любых средств Центра обновления Windows». Нажимаем «Параметры политики». Здесь она не задана. Ставим галочку «Отключено». «Применить». «Ок». Все это закрываем. Еще можно дополнительно отключить в другом месте. Нажимаем панель управления, администрирование, службы и опускаемся ниже. Центр обновления Windows. Как видим, выполняется. Нажимаем правой клавишей мыши. Свойства. Вручную остановить. Все остановлено. Здесь нажимаем отключено. Еще отключить и применить. Окей. Все. Закрываем все это. Теперь доступ к обновлениям Windows полностью закрыт. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.